Во Владивостоке прошло заседание комиссии, на котором специалисты городской администрации и сотрудники подведомственных учреждений обсудили организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений. Основная цель комиссии – планирование и реализация мер по предупреждению коррупции во всех городских и муниципальных предприятиях и учреждениях. На заседаниях этой комиссии мы рассматриваем вопросы об оценке коррупционных рисков в органах администрации. Мы заслушиваем доклады руководителей учреждений и предприятий о том, как они организуют антикоррупционную работу у себя в своих организациях. А иногда мы даем им рекомендации. Эта комиссия действует на принципах открытости. Мы приглашаем представителя прокуратуры города Владивостока на заседание комиссии. Как правило, комиссия заседает ежеквартально. То есть 4 раза в год мы встречаемся и вот в такой открытой форме, открытого диалога, обсуждаем вопросы в этой сфере. Хотелось бы, чтобы рисков не было совсем, но поскольку в деятельности органов местного самоуправления это невозможно, то мы делаем так, чтобы отсутствовали условия для того, чтобы риск реализовался. На сегодняшний день все нормы в сфере противодействия коррупции соблюдаются органами администрации, проведение закупочных процедур также не вызывает вопросов, однако сейчас усиливают контроль за исполнением заключенных муниципальных контрактов. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.